Завершился традиционный смотр-конкурс территории образцового содержания среди структурных подразделений компании «Сургутнефтегаз». Уже 17 лет коллективы организации со всей Югры стараются поддержать комфортные условия труда, используя фантазию и творчество. Оригинальный ландшафтный дизайн, подходящее освещение территории, уютные места для отдыха – все элементы раскрывают и поддерживают определенную концепцию. Более 20 участников представили 34 объекта, и каждый из них достоин победы, но лучших выбрали лишь по нескольким номинациям. Принцип один – это тот волшебный дизайн, который там придумает каждый из участников. Это личный труд или труд небольшого коллектива, который там участвует. Это и самое главное, я считаю, что все те, которые смотрят, хоть будь то это межвахтовый период, пункты межсменного отдыха персонала или там населенных пунктов, рядом идут жители или работники, которые смотрят на красоту и приносят это в свой дом, в свой двор. И это самое главное. Несколько месяцев участники готовились, придумывали и воплощали идею обустройства территорий. Оформление топиарных фигур, обустройство фонтанов и лужаек. Искусные идеи благоустройства в некоторых подразделениях отбирались по конкурсу. Так, в управлении по эксплуатации зданий и сооружений провели свой отбор. Выбрали лучшую и не прогадали. Уже 10-й год подряд управление завоевывает первое место в номинации. Общежитие – здание для межсменного отдыха персонала в населенных пунктах. В этом году решили рискнуть и взяли семейное общежитие. И так как у нас на семейных общежитиях уже персонала не так много, мы решили сделать как конкурс тоже среди своих работников на выдвижение различных идей для оформления праздничного. Да, вот это. И потом нам осталось собрать эти идеи, выбрать оттуда лучшие и уже воплотить.